Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնի սրահում այսօր քննարկելու ենք հայ-վրացական հարաբերությունների ներկափուրի վերաբերող մի շարք հարցեր, հատկապես վերջերս Թբիլիսի Սուրբ Էջմիածին հայ-առաքելական եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպից հետո տարբեր մեկնաբանություններ եւ կարծիքներ հնչեցին հատկապես հայկական մամուլում, արդյոք միջադեպը զուտ խուլիգանական արարքի հետևանք էր, թե ազգամիջյան հակասությունների հետևանք։ Այդուամենայնիվ այդ հարցերի շուրջ կքննարկենք հայ եւ վրացի փորձագետների հետ Երևանի մեծակենտրոնի գրասենյակում մեր քննարկմանը մասնակցում են Սերգեյ Մինասյանը, քաղաքագետ, Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն, և Ջոնի Մելիքյանը, փորձագետ, քաղաքական և իրավական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար։ Թբիլիսիից համացանցի միջոցով կապ ենք հաստատել Գյորգի Գվիմրաձեն է մեր հյուրը, Վրաստանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ, և Արսեն Խարաձյանը Թբիլիսիում է փորձագետ, քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդի անդամ։ Այսօրվա քննարկումը կվարի Ջոնի Մելիքյանը։ Խնդրեմ։ Добрый день, коллеги. Я приветствую наших тбилисских коллег. Скажу коротко, основная тема нашего мероприятия — армяно-грузинские отношения после известных событий, произошедших возле армянской церкви. Я представлю нас. Рядом сидит Сергей Минасян, политолог, замдиректор Института Кавказа. Я Джонни Меликян, аналитик, руководитель Центра политических и правовых исследований. Думаю, начнем. Բարով, որպես մոդերատոր դուք, հետո արդեն լրագրողները հարցեր կունենան, իրենք էլ կդիմեն։ Ну, я начну пару комментариев и задам вопрос тбилисским коллегам. Прежде всего отмечу, что прошло уже достаточно времени, и по последней информации имеющейся, скорее всего, данный инцидент был хулиганством. Я бы так не назвал, но на почве мелкого непонимания и так далее, который принял окрас в некотором смысле после выражений и высказываний некоторых представителей армянской общины Грузии, некий межэтнический окрас. На сегодняшний день следует отметить, что вот активность обсуждения спала после того, как было дано обращение двух епархий, епархии Армянской Апостольской Церкви Грузии и Патриархии Грузинской, о том, что данный инцидент был на почве мелкого инцидента и не носил межэтнического противостояния. Отмечу, что говоря об отдельном факте, как антиармянских настроений в Грузии, это не новое явление. В течение последних 20 лет время от времени некие политические силы Грузии используют данный фактор армянской общины Грузии. Ведется определенная информационная политика, и когда уже необходимость спадает, также испадают антиармянские публикации в СМИ и так далее. Связывать с данным инцидентом я бы не стал, но, может быть, если будут какие-то вопросы, мы с коллегами отметим. А вот хотелось бы в данный момент спросить коллегу Георгия Гвимрадзе, как в Тбилиси воспринималось все это и как аналитическое сообщество Грузии на это все реагировало. Вам слово, Георгий. Thank you.
Сейчас слышно. Не слышим. Сейчас слышно? Да, слышим. Не дают нам тему обговорить. Да. Чего ниже? Вам слышно тут? Да, только погромче. Окей. Да, здравствуйте. Ну, в первую очередь надо, наверное, опять же отметить, что предварительная оценка конфликта была дана как конфликт, который начался на бытовом уровне, и потом, конечно, он принял какой-то расчет, как вы уже сказали, как бы там этническую, потом мы. В принципе, все такие конфликты, которые начинаются на бытовом уровне, там конфликт разных, так сказать, бывает иногда там, разных этнических составляющих, всегда они принимают какую-то оценку какого-то другого характера, так сказать. Таким образом, конечно же, важна и плохо то, что конфликт в конце-то концов перешел в какой-то неприемлемый характер принял, да, и, ну, конечно же, и у всех, как бы, так сказать, нормальных людей реакция была, в принципе, одинаковая, что, ну, понятная и адекватная реакция была, так сказать. Но главное не то, в принципе, можно так поставить вопрос, как конфликт начался, куда он перешел и тому подобное. Главное то, насколько есть причины для того, чтобы мы волновались на состояние или как бы какая сейчас сегодня обстановка в Грузии, есть ли там какая-нибудь ситуация для того, чтобы говорить о серьезных нарушениях или о серьезных проблемах по отношению, так сказать, этнической армянской группы. Я бы хотел сказать, что в принципе, я бы не разделил, так сказать, единую, так сказать, отдельно армянскую этническую группу, потому что есть ряд грузин, так сказать, радикально настроенных грузин, для которых не имеет никакого значения, кто там и как там, главное, что он не грузин, в принципе. Это для них неприемлем какая-то часть нашего населения, и в принципе, да, так сказать, они себя ведут так, как они себя ведут. И мы последние 2 года наблюдали эту проблему и к армянам, и мусульманам, и тому подобное, и так далее. Да, мы помним в прошлом году 17 мая и тому подобное. То есть проблема, в принципе, ее не надо преувеличивать и тому подобное, ставить ее, как бы, так сказать, экзистенциальной проблемой. Но, в принципе, можно сказать, что проблема неприемлемости разные существуют, и вот, на мой взгляд, главная тема, на что мы должны обращать внимание, и, конечно же, в принципе, все то, конкретный конфликт мы наблюдали в прошлой неделе. Хочу передать слово господину Миносяну. Вот. Мы вам перезвоним в течение минуты.
Вы нас видите, слышите? А, хорошо. Спасибо большое, Георгий. Хочу передать слово господину Сергею Минасяну, чтобы он поделился своим мнением по данной тематике. В первую очередь я хочу поприветствовать своих старых друзей и Георгия, и теперь уже фактически чуть ли не во втором поколении Тбилиса Арсена. Харатяна, очень рад вас видеть. И сразу перейду к теме вопроса. Ну, я уверен, что абсолютно, что данный инцидент, он, естественно, не был преднамеренным. Инцидент носил случайный характер. Инцидент, естественно, начался на бытовой основе. И, естественно, как и множество такого рода предыдущих инцидентов, он приобрел некую этническую окраску, и не только в ходе самого инцидента, а в последующих интерпретациях. О чем это говорит? Это говорит о том, что я не думаю, что каким-то образом этот инцидент скажется отрицательно на общем фоне армяно-грузинских отношений. Константа это будет сохраняться. В то же время ни для кого не секрет, что и, скажем так, за весь постсоветский период, да и до этого проблема, некая проблема, скажем так, толерантности, она присуща для внутриполитической, скажем так, и общественного восприятия в Грузии. Это факт. Я думаю, что любая страна, в которой было бы такое количество этнических меньшинств, с одной стороны, а с другой стороны, пережившая и сохраняющая, находящаяся еще в состоянии конфликта в Абхазии и Южной Осетии, в таком обществе подобное восприятие, оно, как бы было не печально это говорить, это вполне естественно. Что, о чем еще может свидетельствовать данный инцидент? Что да, действительно, есть некие ксенофобские настроения, которые, скажем так, в случае армян, в отличие, например, от этнических азербайджанцев или каких-то иных этнических меньшинств, также усиливаются неким восприятием, скажем так, ну, довольно сложными восприятиями между Грузинской православной церковью и местной епархией Армянской апостольской церкви. Это тоже как бы ни для кого не секрет, но это некий фон. И я думаю, что просто мы должны понимать, что такого рода инциденты, они время от времени могут возникать и в Тбилиси, и в Самсхо-Джавахете, и в каких-то других регионах. То, что неприемлемо, но в то же время также, естественно, с учетом, может быть, каких-то глобальных политических процессов, это последующая интерпретация этих явлений. Например, я с удивлением посмотрел некоторые комментарии, в которых говорилось, что это чуть было не было организовано, скажем так, российскими спецслужбами и так далее. То есть это свидетельство о том, что как минимум в Тбилиси есть такой дискурс, в котором всякие такого рода, скажем так, события, они сразу заполитизируются и, естественно, объясняются так, как люди это понимают или хотели бы понимать. Аналогичное восприятие было и в Армении. В Армении, может быть, несколько более эмоциональное и более упрощенное, что очередной пример, скажем так, этнического, религиозного, скажем так, притеснения армян, живущих в Грузии. С другой стороны, что отрадно и что важно, что практически сразу же соответствующие и ведомства, и самое главное, Грузинская православная церковь и местная епархия Армянской апостольской церкви распространили заявления, которые позволили предотвратить какую-то либо дальнейшую эскалацию вокруг данного инцидента. Соответственно, я думаю, что в принципе это некое такое исключение, которое, я думаю, что вполне возможно может в каких-то формах повториться и в дальнейшем. Для этого есть некая взаимная отчужденность и взаимные фобии и среди грузинского общества, и среди этнических армян, проживающих в Грузии, но каким-то образом не на межгосударственные отношения, не на межцерковные взаимоотношения армян и грузин, я думаю, что этот инцидент никоим образом не повлияет. Господин Минасян,
Слово передаю нашему второму коллеге в Тбилиси, господину Харатяну. Спасибо. Я тоже хочу поприветствовать всех участников сегодняшней дискуссии. Меня слышно? Вы нормально слышите меня? Слышу вас. Хорошо. Значит, уже было сказано довольно много. Я в основном, наверное, согласен с тем, что было сказано, как это началось и какие интерпретации были даны после инцидента. Я попробую просто представить какие-то возможные превентивные меры, которые могут в дальнейшем в каком-то смысле помешать таким возможным инцидентам. В первую очередь, надо заметить, что в Тбилиси сейчас и по объективным, и по субъективным причинам действует только одна армянская институциональная институциональный центр. Святой Чмиатин, церковь, которая находится во Влабаре, и значит, культурный центр Аятун, который как бы именно находится возле церкви. Причина в том, что другая церковь, которая находится на Майдане, Святой Георг, сейчас в процессе реконструкции, а театр, армянский театр во Влабаре уже 5 лет не функционирует. И по этим причинам как бы эта церковь стала основным центром для всех возможных мероприятий. Будут это культурные, религиозные или остальные. Вот в этом году только на одном из праздников было 14 тысяч человек, которые собрались в этой церкви. И понятно, что тем, которые живут в этой церкви, очень неприятно, когда просто все паркуются везде и там негде ходить. В этом смысле получилось так, что вот эта центральная часть стала армянским гетто, где все время собираются люди и как бы в какой-то мере, наверное, еще и объективно мешают соседям, которые там уже давно живут. С этой точки зрения, я думаю, что было бы прекрасно, если бы мэрия Тбилиси, а новый мэр станет официально мэром, по-моему, 2 августа, да, было бы хорошо, если бы принялись бы меры или как бы в каком-то смысле ускорить ремонт именно театра, который вот неподалеку от церкви, но как бы, в каком-то смысле в весовом смысле, чтобы как бы между двумя институциями организовать армянские мероприятия. Ну и, конечно, если вторая церковь и другие, ну это уже другой вопрос, конечно, но если вторая церковь тоже будет действовать, там получится намного легче ситуация. Это с точки зрения именно вот инцидента, который произошел. Во-вторых, бытовая тема, по которому конфликт начинается, в этой и в других случаях, конечно, как уже Сергей заметил, часто могут становиться почвами для спекуляций и провокаций, которые в основном делаются третьими сторонами. Тот факт, что существует дискурс возможной российской провокации в Грузии по этнической почве, будь это армянская или другая, конечно, существует. Но и в то же самое время какая-либо третья сторона, не только Россия в этом случае, мы, грузины и армяне в Грузии, и Грузия и Армения как государство, должны очень четко понимать все возможные такие провокации, для которых конфликты вот, типа того, что произошло на прошлой неделе, могут просто помочь. Поэтому так или иначе, по-моему, то, что произошло сейчас, и то, как говорится, damage control, да, как и партия, и Грузинская православная церковь и остальные институции внутри Грузии, в Армении, смогли в какой-то мере помешать, чтобы этот процесс продолжался. Нужно еще и, наверное, отметить то, что есть внутри грузинская политическая конъюнктура. Бывшая власть сейчас в оппозиции, конечно, очень была рада, что может быть такая тема, чтобы показать, что нынешняя власть не умеет или не может, да, контролировать ситуацию в стране, и вот, смотрите, есть еще и такие проблемы с меньшинствами, которых в наше время не было. Если будем анализировать все или рассматривать
телевидения и средства массовой информации, которые именно вот этот дискурс вели, то можно увидеть, что «Стар Ви-2», там, не знаю, «Маэстро», все остальные, которые у высших властей существуют, они как бы более активно говорили про возможность этической и межрелигиозной войны. Вот эти основные, да, задачи, мое представление о том, что произошло, и, по-моему, те превентивные меры, о которых можно серьезно разговаривать, чтобы в будущем могли бы быстрее, как бы, да, или не позволить, или бы возможно было бы просто в какой-то мере уменьшить возможности таких конфликтов. Спасибо большое. Есть вопрос? Прошу. Общественное радио Армении. Я бы хотел знать, вот вы упомянули факт ксенофобии среди вот обзорной группы грузин. А есть ли это ксенофобия, то есть имеет ли это ксенофобия политическое, так сказать, крыло власти, политические силы в Грузии, которые поддерживают вот эту ксенофобию к другим, к армянам и к другим национальным меньшинствам Грузии? Спасибо. Вы знаете, меня слышно, да, я могу уже говорить? Слышим вас. Да, окей. То есть, в принципе, можно назвать такие политические группы, которые как-то сами тоже как бы являются, так сказать, настроенными, так сказать, более ксенофобно и тому подобное. Но, в принципе, если так сказать, на высоком уровне, так, ну, и правящая партия, и с другой стороны, так и оппозиция, они более дистанцируются от ксенофобии, несмотря на то, что в правящей коалиции есть определенная часть более националистически настроенная. Да? Есть форум там национальный, и есть еще там консерваторы и тому подобное, которые известны тем, что были когда-то причастны, так сказать, к национальному движению, то есть первому, которое вот в конце 80-х начиналось и тому подобное. Я не говорю про партию национальное движение, то есть те, которые тогда активны были, и с тех пор как бы они знатны, как бы националистически настроены, но сейчас, будучи в парламенте и будучи в правительстве, они более сдержанно себя ведут, потому что большинство коалиции, то есть та часть, которая больше ведет там политическую систему и ситуацию, которая правит ситуацией в коалиции, она более, так сказать, либерально настроена в этом плане. Я не имею в виду там экономическую, там социальную политику, а вот как раз-то вот по отношению к этническим и религиозным меньшинствам. Большинство в коалиции и оппозиция, та, которая сейчас является, так сказать, парламентской оппозицией, она более, так сказать, настроена более либерально по отношению к этим меньшинствам. Но после, ну, надо также отметить, что после последних выборов на местное самоуправление, да, на четвертом, не то на пятом месте вышла партия, которая, то есть Тбилиси, по крайней мере, которая выиграла в местном самоуправлении двух кандидатов, если не ошибаюсь, которая известна, так бы, так сказать, ну, тоже своими национальными и ксенофобными настроениями, так сказать. То есть есть определенная часть, но ее невозможно сейчас назвать каким-то тем, которая как-то создает какой-то политический климат в стране. Опять же, это всегда так, когда есть как определенная часть радикальных групп, она всегда более активна, она всегда более показывает себя и тому подобное, и создается впечатление, что ситуация и картина, она очень сложная, но в реальности, вот, если так сказать, после 17 мая прошлого года, это был показатель того, что каков грань этих людей, так сказать, какое количество, то есть это были люди, которые, то есть, потому грань, потому что это был сбор был по визу, так сказать, православной церкви, то есть
самая весомая, самая авторитетная институция зовет вас куда-то, и все-таки приходит вот такое количество людей. Это было много, конечно, это создает определенные проблемы, но вот это вот грань, на мой взгляд, по крайней мере. Спасибо большое, коллеги, на эту тему. Вопросы? Ну, позвольте тогда... А, вот вопрос. Информационное агентство Regnum, Ереванское бюро. У меня вот такой вопрос. Ну, сам по себе беспокоящий факт, что вот такой маленький, да, инцидент, оно перерастает в какой-то, получает какие-то окраски, да, это сам межнациональных столкновений, выступают с заявлениями, резкими критиками и так далее, и тому подобное. Вот почему это так, почему это переходит вот, вот такой маленький инцидент, бытовой, переходит вот такое в русло? Связано ли это с тем, что этническое самосознание в Грузии, особенно этнических меньшинств, оно преобладает над гражданским самосознанием? И еще, как можно избежать этого? Какие меры нужно предпринимать на государственном или общественном уровне, чтобы от этого избежать? Потому что если не избежать, то, может быть, эта тенденция углубится. Спасибо. Кто начнет? Значит, наверное, в первую очередь надо сказать, что когда мы говорим про армянскую общину в Грузии, это не одно целое. Есть близкие армяне, которые, конечно, у которых, наверное, то, что вы сейчас заметили, гражданское самосознание у многих может быть выше этнического самосознания. В Санкт-Петербурге ситуация другая, конечно. По разным причинам. Там менее интегрированное армянское население, как мы знаем. И, в общем-то, люди, которые в экономическом смысле за последние 10 лет более связаны сейчас с Грузией, но в культурном и, наверное, в языковом и всех остальных с этой точки зрения, то, конечно, они более связаны с Арменией, с армянской культурой, с армянской культурой. Какие меры могут приниматься? Я уже заметил, предложил несколько возможностей в Тбилиси. Ну, это центр тяжести, которая сейчас пала на одну церковь. И можно децентрализировать то, как было. И чтобы вот именно вот такого рода, таких проблем можно было избежать. Во-вторых, конечно, есть какие-то серьезные проекты, но должна быть более широкий диалог между грузинской церковью и армянской епархией. Она есть, она существовала, разговаривают, и очень хорошо было то, что тот факт, что заявление было сделано за 23 дня после инцидента вместе. Но и в то же самое время, как говорится, самая популярная институция в Грузии, это церковь, и конечно, грузинский патриарх, который, наверное, самый популярный грузин в мире сейчас, да, если от него будут исходить, которые были до этого, но миротворческие какие-то инициативы. Это на уровне социально-культурной и религиозной, да, с точки зрения государственной политики. Тут, конечно, очень много разных слоев. Да. Сейчас уже действует министерство, которое занимается именно этническими меньшинствами. Тут объективно происходили какие-то встречи, министр приходил в церковь, разговаривал с армянской общиной и все остальное. Но и армянская община в Тбилиси должна более, наверное, активно вовлекаться в политические и в разные другие процессы. Вот мы рассматривали местные выборы и в Тбилиси, и в других районах. Во всем городе Тбилиси только был один армянский кандидат армии, который тот не прошел городской совет. Это же нельзя сказать, что вот грузинская политика не позволяет этническим меньшинствам вовлекаться в политические процессы. Тут, конечно, обоюдный процесс. Надо работать над тем, чтобы все больше армян вовлекались в разные, да, институциональные процессы. Но и в то же самое время разговор между церквями, она очень важна.
Вот две армянских церкви. Сейчас, ну, как мы знаем, уже два года идет процесс, ну, разговора хотя бы о том, что вот все религиозные институции, которые были экспатриированы во время Советского Союза, должны возвращаться нынешним общинам, к которым они принадлежали. Вот этот разговор непонятно куда зашел сейчас, там, по-моему, серьезных прогрессов нет. Но если бы были бы да, серьезные процессы, я думаю, что это тоже могло бы позитивно, да, мы узнали в первую очередь, но и, конечно, позитивно повлияло бы и на грузино-армянские отношения, и на отношения между государствами Грузии и Армении. Я бы добавил там, я не повторюсь, потому что Сергей тоже сказал, вот, и тут тоже было сказано, и я бы просто хотел добавить, да, там, и вопрос состоит, конечно же, в первую очередь, на мой взгляд, по крайней мере, и в так называемом большинстве этническом, то есть, как она себя воспринимает, какие у нее самой проблемы, и как она воспринимает других, то есть, какое восприятие других, и как она относится к другим. Вот одна из самых серьезных проблем – это то, что грузинское общество, она сама не смогла себя реализовать, в том числе и в социальном плане, да, большая часть она не реализована, и потом пытается найти какие-то, не то что выходы, а от чего все это нереализованность, искать как бы вот, с чего это все происходит, и находит там, где ее нельзя находить. И в чем ее нельзя находить. Да, это случается со всеми, так сказать, обществами, которые себя не могут реализовать, которые себя, вот люди, которые себя не реализуют, по крайней мере, вот, минимум на социальном уровне, потом они ищут кого-то, как бы, так сказать, извините за выражение, козла отпущения, так сказать. Да, и они находят в разных местах таких людей, на которых потом переламывается все это такое, да. Вот одна из серьезных проблем это то, чтобы вот в стране, в Грузии была бы возможность реализации любого гражданина Грузии, для которого потом не будет, как бы так сказать, дополнительных того, чтобы он искал себя в каком-то другом понятии. Да? И что самое главное, большинство грузин, те, которые радикально себя радикальные, они себя ищут где-то в прошлом. Вот в прошлом, которое было тогда, когда-то, и вот оттуда мы такие большие, серьезные, самые хорошие и тому подобное. Да? Все это идет оттуда. Да? И чтобы они не искали в прошлом, еще, чтобы они себя искали в будущем, тогда все будет, на мой взгляд, по крайней мере, чуть-чуть по-другому. Да? И другая проблема, это то же самое, как мы занимаемся вопросами этнических меньшинств. То есть мы всегда пытаемся научить так называемые меньшинства, как себя оборонять. Мы никогда не учим большинство не нарушать других прав. То есть люди, которых надо обучать, чтобы они не нарушали право и понимали, что такое право другого человека. Таким образом, то есть мы пытаемся, вот если посмотреть это, если вот так вот метафору привести, когда есть вооруженный человек и невооруженный, так, мы пытаемся не возоружить первого, а наоборот, вооружить второго, чтобы они хорошо между собой бились. То есть вот в чем проблема, на мой взгляд, еще вторая. И, наверное, можно еще перечислить, но мне кажется, что вот так. Первое, это обязательно, это возможность для того, чтобы каждый гражданин Грузии имел возможность реализации, самореализации. Да? И другое, это, конечно, то, чтобы все понимали, что это такое право другого человека. Спасибо большое, господин Минасян. Спасибо. Я просто продолжу идеи моих двух коллег из Тбилиси. Я, в принципе, полностью с ними согласен. Просто также хочу сказать, что те проблемы, скажем так, внутреннего восприятия, которые есть комплексы в грузинском обществе, такие же или схожие, но как минимум не менее сложные, есть и в армянском обществе, есть и восприятие армянских общин Грузии. И там я действительно с Арсеном согласен, что в реальности мы имеем даже не две, а может быть три общины. Есть отдельная тбилисская община, есть отдельная самская джавахетская община, в
которые тоже разные восприятия в Ахалцихе. Одна ситуация восприятия проблемы в Ахалкалаке, в Ниноцмине, совершенно другое. Есть также и как бы условная третья армянская община Грузии, это дисперсно расселенные, скажем так, армяне, которые, за исключением, наверное, Батуми, во всех остальных регионах Грузии живут в достаточно крупном этническом массиве грузин. Какие проблемы есть? Наш коллега из Регдума задал вопрос, на него же, в принципе, и я ответил. Естественно, одной из самых важных причин, проблем является то, что этническое самосознание, оно превалирует и у армян, и у грузин, и в Грузии, и в Армении, и в регионах этнических меньшинств. Это процесс долгий, это процесс сложный, особенно если все это окружено очень серьезным политическим, геополитическим каким-то контекстом, историей и продолжающимися процессами. Как на это можно влиять? Ну, естественно, конечно же, надо влиять на различных уровнях, и каждый орган или каждая институция, которая в это вовлечена, она должна делать свою работу. Это и диалог между центром и этническими меньшинствами, это диалог между организациями гражданского общества, это диалог между политическими структурами, формальными или неформальными, скажем, в Самсуджи Вахети, попытка вовлечения их в правовое, формальное политическое поле Грузии, рано или поздно это должно произойти, ибо обратная ситуация, она только негативно влияет, и много различных вопросов. Но в первую очередь, я думаю, что важно также продолжение, скажем так, диалога на межгосударственном уровне, опять-таки, начиная от высшего политического уровня и кончая, скажем, межведомственными консультациями, будь то Министерство, скажем так, образования или межцерковные какие-то контакты. Что можно изменить из всего того, что происходит? Это то, что, в принципе, мы все уже привыкли, что взаимоотношения на межгосударственном или на каком-то ином уровне между армянами и грузинами по решению проблем, вот уже сказанных, они зачастую страдают неким таким синдромом Мимино, я бы сказал, который в реальности является некой попыткой ухода от проблем. Считается, что тосты, хорошие слова и воспоминания о дружбе, что тоже реально, они как бы амортизируют проблемы. Но в то же время этот синдром Мимино, он, скажем так, не дает возможности и решать проблему. Проблема забалтывается, и этот фактор достаточно четко проявляется, скажем, для решения тех вопросов, которые долговременно, например, языковые вопросы в Джавахете, образовательные, межцерковные вопросы. То есть, мне кажется, надо потихоньку пытаться менять концепцию. Конечно, Мимино это хорошо, тосты и застолья это необходимая часть переговорного и политического процесса между армянами и грузинами, но также надо и расширять, мне кажется, откровенный экспертный обмен мнениями, попытки выработки совместных каких-то решений, пусть даже они для одной или для другой стороны будут сложнее. Это не проблема. Главное, что мы должны понимать, что практика показывает, что через четверть века независимо от существования наших государств, только эффекта Мимино не получается. Надо иногда ставить вопросы, конечно же, ребром, но в конструктивном, скажем там, диалоге, на экспертном или на политическом уровне, то, что в принципе и так уже происходит. Другое дело, что, мне кажется, просто и политическое, скажем так, контекст, и геополитическое развитие, они просто актуализируют и ставят более важную проблему эффективного, открытого, но в то же время ничего не провоцирующего экспертного и общественно-политического дискурса между армянами и грузинами по нивелированию всех тех проблем, которые есть сейчас или которые потенциально могут осложнить наши проблемы, наши отношения. Спасибо большое. Вопросы? Прошу. Интересное мнение экспертов. Если бы подобный инцидент произошел в Армении, как бы власти Грузии отреагировали и грузинская общественность
на подобный случай? И будут ли как-то наказаны, не знаю, уголовное дело, может быть, будет возбуждено против людей, которые были, участвовали в этих беспорядках? Спасибо за вопрос. Ну, для того, чтобы подобный инцидент произошел в Армении также, наверное, для того, чтобы было понятно, наверное, должно было быть 10-15% населения этнические меньшинства. Ситуация должна была бы иметь некий более глубокий исторический, общественный, скажем так, оттенок. В Армении абсолютно разное восприятие этой ситуации. Есть, когда у тебя нету сотен тысяч этнических меньшинств, если бы, когда у тебя нету неких воспоминаний или комплексов об историческом прошлом твоей столицы или какого-то региона, все это в Армении намного более спокойно воспринимается. И в этом плане есть серьезная асимметрия восприятий, и многим в Армении, почему многие проблемы, происходящие с этническими меньшинствами Грузии, так, скажем так, эмоционально воспринимаются в Армении, потому что в Армении очень сложно понять всю сложность для грузинского общества и для грузинской политической элиты, обыкновенного, скажем так, этнического восприятия этого вопроса. Им кажется, что все намного сложнее, потому что в Армении, скажем так, этническая ксенофобия к этническим меньшинствам, в отличие от других видов ксенофобии, она несколько меньше по одной простой причине. Здесь меньше этнических меньшинств. Соответственно, и реакция бывает здесь более, скажем так, простая, более, это более легче осуществить. В Грузии все это сложнее. Мы должны просто понимать специфику нашей соседней страны и тем самым также способствовать деэскалации, а не наоборот нагнетание ситуации в случае подобных инцидентов. Спасибо. Вопросы? Может, комментарии есть из Тбилиси? Нет? Я просто, да, там вопрос был коллеги про то, насколько, что происходит с точки зрения правых, да, процессов. Ну, конечно, было возбуждено дело, и насколько мне понятно от моих разговоров с нашей общиной и с другой стороны, которая дала пресс-конференцию два дня у себя после инцидента. Пока еще конечных итогов нет по делу, но он идет, и, по-моему, и епархия армянская, и другие организации, которые работают в Тбилиси с армянской общиной, будь это ДНТО или другие организации, да, будут сидеть и сидят за этим процессом. В то же самое время есть еще и, конечно, комментарий омбудсмена Грузии, который сделал заявление по этому поводу и сказал, что, может быть, именно этот инцидент не имел такую окраску, но такая проблема существует, и с этим надо как-то работать вправо. Так что я бы сказал, что во многом и грузинские власти, и политические деятели так, не так открыто говорили по этому поводу, но очень адекватно себя вели, хотя бы насколько на сегодняшний день непонятно, но все будет, конечно, ясно после того, как будут детали уголовного дела, которое, или дело, которое было возбуждено в милиции, и в зависимости от этого, я уверен, что и те люди, которые были вовлечены в этом, либо продолжат процесс, не знаю, идя в суды, который тоже как возможность существует, либо, значит, будет другое решение, которое по всей вероятности будет восприимчиво для всех сторон. Я вот хотел бы вспомнить пару моментов из этого дела. Тут данная ситуация, как лакмусовая бумажка, показала ситуацию в армянской общине Грузии. Были сделаны прямо диаметрально противоположные высказывания со стороны некоторых представителей нашей общины. И это все показало то, что ситуация, которая началась в начале этого года, вот я напомню дело Гогели Бегова, которое параллельно происходило с тем, как правительство Грузии решило выделить из оставшихся фондов бюджета финансирование религиозным общинам Грузии, которые имеют исторические корни в Грузии и которые понесли определенный ущерб в годы советизации.
После этого некоторые группы армянской общины начали активизироваться, и началась такая деятельность против епархии Армянской Церкви Грузии. Не буду говорить о том, кто хороший, кто плохой, но явно вырисовывается ситуация, когда с одной стороны епархия, с другой стороны какие-то некие организации и личности, которые вот активно работают друг против друга. И вот напомню слова одного из представителей общины, что среди тех, кто был среди нападающих, были еще и армяне. То есть пока что эта информация не подтверждена, но можно искать и армянские какие-то следы именно на бытовой почве. То есть это в некотором смысле некий конфликт между какими-то представителями общины с самой церковью, а не какие-то другие группы вне нашей общины. То есть вот это тоже должно быть в центре внимания, и, скорее всего, вот это еще один вопрос был достаточно так явно просматривался, что наши СМИ, не перепроверяя информацию, давали с первого, вот опрашивая какого-то пострадавшего, либо представителя другой стороны, и делая из какой-то маленькой новости, либо из вот этой бытовой информации сенсацию. То есть благодаря чему наше население вот за последние годы очень восприимчиво к пропаганде. И поэтому вот такая реакция была у нас в Армении, более сдержана была в Грузии. Даже напомню, что в течение дня или двух официальные представители грузинских институтов и власти не высказывались. И началось все с того, что высказался омбудсмен, некоторые представители министерства, а потом уже общественные организации, которые дождались момента, когда МВД какие-то факты распространила информацию про это, и только после этого делались какие-то выводы. И, скорее всего, в будущем надо будет, чтобы избежать вот ситуации подобной, когда некий бытовой инцидент превращается в некий межгосударственный конфликт, надо будет более активизировать. В этом смысле, вот обращаясь к вопросу Аршалося, скорее всего, нужно работать нашим СМИ друг с другом и общественным организациям. То есть в этой связи межгосударственные отношения, уровень которых достаточно высок, на политическом уровне они должны спускаться вниз и по вертикали, и наша общественность также должны друг с другом, общественные организации, работать, чтобы впредь удалось избежать подобных инцидентов и ничего подобного не повторялось. Ակամայից այս պահին հիշեցի մի կաթիլ մեղրի պատմությունը, շատ նման է, մենք այնքան երբեմն կենցաղային հողի վրա տեղի ունեցող միջադեպերը այնքան են կուրճացնում եւ չճշտված տեղեկություններ տարածում, որ իսկապես լուրջ խնդիր է դառնում. Այդուամենայնիվ ամփոփենք այսօրվա հանդիպում քննարկումը մեդիակենտրոնի սրահում, հիշեցնեմ, որ այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էին Սերգեյ Մինասյանը, քաղաքագետ, Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն, հանդիպում քննարկումը վարում էր Ջոնի Մելիքյանը, փորձագետ, քաղաքական եւ իրավական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար, Թբիլիսիից մեզ հետ կապերին հաստատել Գյորգի Գվիմբրադզեն, ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ, եւ Արսեն Խարաճյանը, փորձագետ, քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդի անդամ։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։